Labą dieną, mano draugai. Привет, мои друзья. Давно меня не было слышно, видно. Со мной все хорошо. Работаем, отдыхаем. Вот решили пойти в аквапарк в Вильнюсе. Он находится возле Озаса. Ну, сейчас, в общем, можно будет там на горочках покататься. Я уже у него был. В нем был, в аквапарке. Ну, сегодня для вас решил повторить видео с ним. Три семерки. Здесь можно только по разрешению, вот такое вот разрешение. Нужно было взять 15 евро стоит. На кассе изначально мне этого не сообщили. Если вот такое, то что с трубы прыгаешь, там внизу бассейн. Парк здесь довольно-таки хороший попался. Ну, взгляд со второго этажа. Такой. Здесь все купаются. Ну, в общем, попадется там, пройду вон туда вот тут. Там прикольно прыгать тоже. Сейчас можно пойти на горках покататься.
Так, здесь несколько есть горок. Вот их страх, и вот на таких вот подушках можно кататься. Вот с камерой не пустят, но вот эта вот штука самая прикольная. Идет. Вот двойные такие идут штучки. В общем, это самая экстремальная здесь горочка, ну, точнее говоря, самая прикольная. Экстремальная, там есть другие со скоростью 60 км в час. Но с камерой там не пустят на них прокатиться. Ну вот сейчас поеду на эту горочку прокатимся вдвоем. Она мне самая большая из всех понравилась. Перевернулись. Ну, с камерой нас не пустят. Чтобы покататься на горках, нужно все время поднимать. Нужно подушечки поднимать все время. Самое страшное. Тут мы были. Здесь не очень. На следующий поприкольнее будет. Ну, а зато тут пустят с камерой. Фух. В общем, есть одна возможность. Если пропустят, то вот на этом этаже прокатиться по горочке. В общем, вот здесь вот самая такая стрёмная горочка. Кто-то там выезжает. Вот на это еще можно будет проехать. Тут, кстати, могут подойти и спросить по поводу разрешения на съемку. Видео для блога. В общем, проехали только что. Как-то камера неудобно. Назад снимала. Сейчас попробую наперед снимать. Гораздо прикольнее. Должно получиться. Это самая прикольная горочка. Не знаю, после нашего переворота пустят ли нас сюда. А на улице сразу идет пасмурная погода. В общем, самая сложность до всего, это каждый раз подниматься на новый этаж. На 7, 6 или 5. И так по 20 заходов. Ладно, сейчас прокатимся и пойдем в джакузи, а потом поплаваем по кругу, там есть дальше детские горки. Но мы так по кругу и на улицу выплывем. Сейчас поплывем на улицу.
общем, потом еще на той горочке поплаваем. В общем, здесь есть на первом этаже такая джакузи, она бесплатная, есть там еще 5 евро разные. Вот здесь вот можно с горки прыгать, ну она сегодня что-то не работает, но вообще прикольно смотрится, когда вот прыгаешь с горочки. Прикольные. По кругу здесь, конечно, вода холоднее, чем будет в этом, но сейчас мы на ней поплывем. Можно, когда солнышко, позагорать, кто курит, покурить. Вот так все это выглядит с улицы. Вот такая вот детская.
Следующий такой бассейнник идет, маленький. То есть, а там можно позагорать, когда солнечные дни, на лежаках полежать. Дальше идет какое-то детское помещение. Хотели подойти, узнать, чего я снимаю. Вот бар под этим. А, и в дальнем углу еще джакузи есть. Зона для отдыха. Можно тут что-нибудь выпить, перекусить. Кафе-бар. Можем зайти посмотреть, почему там цены. Да. С левой стороны там идет эта вторая сауна, бассейн. Я уже не брал дополнительные сауны, ванны, там плюс 5 евро. Вот такой вот кафе здесь. В общем, с кафе идет сразу же обратно переход к горкам. Ну, наверное, в принципе, я все снял. Пойду я кататься на горочках. В общем, если что-то будет интересное, обязательно сниму. Если надо, вот душ прополоснуться. Ну и вот по кругу идет. Идет. Кому нужно высушиться. Три семерки. Решил вернуться
и снять еще, попробовать ролик на одной горке, на которой меня не пустили, увидели камеру. Ну, в общем, такая более-менее адекватная, прикольная горочка. В прошлый раз она мне не очень понравилась. Еще осталось полчасика, пойду в бар, выпью. Выпью Red Bull без сахара. Red Bull без цукра. Нет. А без цукра по-русски говорите? Нет, они не бывают. И Cola Zero тоже нету. Там может есть Cola Zero. Другой парень. А там у них есть Red Bull? Red Bull точно, что нету. Нету. А ты не вот. Давайте тогда одно латте. А скажите, я могу пойти там колу взять и тут ее пить? Так как? Там взять колу и пить ее тут? Да. Хорошо. Пора нырять из бара. Курить в бассейне воспрещено. Странное слово воспрещено, может быть запрещено. А так хотелось закурить в бассейне. Шутка.
спросим, кто был в аквапарке в Польше, пишите, по сравнению с Вильнюсовским, потому что я хотел поехать в Польшу, но увидел там пару видосов какого-то просто бассейнов, и мне показалось, что в Вильнюсе будет покруче аквапарк. В общем, пишите в комментариях относительно аквапарка в Польше, в Латвии, куда еще бы стоило бы поехать.